цирковых коллективов непрофессиональных мастеров. А будут выступать этнические цирки, например, с Бурятии. Очень интересные программы с элементами цирка, театра, балета. Да. А будет специально подготовленное представление под названием «Росгосцирк навсегда», где будут участвовать самые лучшие наши награды. Не самые даже лучшие в этом смысле, а подобраны специально для этой программы, потому что многие хорошие номера не вошли. Вот. И, конечно, церемония награждения – это особенное шоу, особенная программа, которая готовится непосредственно. Я думаю, что вот не будет ни одной свободной минуты в гостях фестиваля, которая пройдет пустую, потому что будет такая насыщенная цирковая жизнь в городе Сочи все 4 дня. Отлично. И тогда возвращаясь к вашей поездке в Донецк, вы как-то опустили вопрос безопасности, тем не менее, не могли бы вы раскрыть? А это же все-таки, конечно, поездка не самых приятных, да, и это большой стресс, в принципе, для артистов, для всех участников этого мероприятия. Вот как это проходило, сколько дней вы там находились? Охранял вас кто-то или как это было? Меня никто не охранял. Да и охрана это не нужна. Сейчас в перемирии, да. Стрельба слышна, но, тем не менее, в самом городе мне показалось достаточно безопасным, потому что город, после представления я прогулялся по городу, и родители с детьми, очень много детей, гуляют по городу, была хорошая погода, в парках работают музыканты, какие-то аттракционы. Это было потрясающе, потому что очень много людей на улицах, цветут розы в парках. Донецк был знаменит в свое время этими цветами, да, в парках. Целые оранжереи буквально подожгли. И в это время идет канонада. Это удивительное такое сочетание несочетаемого мирной жизни и отголоска войны. Конечно, когда мы готовили эти выступления, мы советовались с органами, отвечающими за безопасность и внутри, и в нашей стране, и в Донецкой Народной Республике. И, конечно, были приняты меры безопасности, в том числе и по проезду циркового поезда, потому что очень много фур, животных, для того, чтобы обеспечить безопасный проезд в цирке, возвращение обратно. Поэтому специалисты занимаются безопасностью. Я не хочу действительно останавливаться очень сильно на этот вопрос, но поверьте мне, что прежде чем решиться и отправить туда артистов, мы приняли все возможные меры безопасности по отношению к ним. Кроме того, больше всего меня беспокоил тот факт, что в одно и то же время, в одном и том же месте собираются 2000 детей. И понимаете, что могут быть различного рода провокации, в том числе поэтому и со стороны Донецкой Народной Республики были приняты соответствующие меры, которые не позволили чему-нибудь нехорошему произойти. Но, тем не менее, безусловно, это район боевых действий, и 100% безопасность, 100% гарантии, никто не давал и вряд ли даст, по крайней мере, сейчас. Планируете ли новые выступления? И если да, то когда? Планируем новые выступления, и в этих выступлениях очень заинтересован и директор цирка, Кузенко, и, конечно, зрители, это мы видели. Очень важны вот эти 2 часа мира. И взрослых, и детей. Поэтому будем продолжать, если позволит ситуация, обстановка Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в том числе. У нас между Донецком и Ростовом 190 километров, а логистика очень удобна, и, конечно, те программы, которые там работают в Ростове, их несложно перевести в Донец какое-то время и показать наши спектакли там, поэтому мы действительно это владеем. Спасибо. Постойте, перебив, другой вопрос. Все
все-таки, да, интересует в Сочи. Давайте. А, ну, наши будут партии безопасные, да, наверное, скорее всего, в любом случае будет принимать участие в гала-концерте. Ну, Эдгард Запашный, член экспертного жюри, да, он будет как раз участвовать в определении победителя. Да. И, конечно, мы с ним сотрудничаем, в том числе и в этом плане. Но и вы видели по номинациях, я «Скульт» вышел, как режиссер года по номинации. То есть Запашный, конечно, участвует. Ну, наряду и со всеми другими нашими выдающимися. Андрей Дементьев, Корнилов, вышел в номинацию. Все, спасибо. Живется братья Запашные, что в цирке цирк должен меняться, он, ну, отвечает современным требованиям, там лазерное шоу должно быть и так далее, так далее, так далее. Короче, мнение о шоу разделились. Есть, которым нравится, есть, которым не нравится. В любом случае, да. Современный цирк, как у нас, в нашей, как и в других странах мира, прежде всего должно быть его величество трюк. Это мы с тобой, шоу, помнишь, говорили, что основное средство выразительности в цирке является трюк. Должен вот как раз Анатолий Соколов говорит, конечно, шоу, этом. Конечно, должны быть красивые костюмы, свет, спецэффекты. Но что же артисты делают? Если они просто будут танцевать, но прежде всего должны удивлять своими трюками. Да, эквилибрист должен так стоять на своем руках, чтобы этот жонглеры так жонглировать булавами, что ни вы, ни я так не смогу. Или трюки иллюзионные делать такие, которые никто в мире больше не показывает. А только мы. Вот мы именно стараемся делать поэтому. То есть если трюк должен быть. Если трюка не будет, ну это будет балете, это будет театр, это будет еще просто шоу. Но не цирк. Когда мы говорим о цирке, мы говорим о трюке. Да. В основе всего лежит трюк. Ну, мы об этом еще. Спасибо. Удачи. Всего доброго. Ждем вас у нас. Успехов. И большого зрителя. Спасибо большое. До свидания.